Внимание, розыск! Разыскиваются трое участников массовой драки, которая произошла накануне в Кизляре. Это 32-летний житель Гунибского района Магомед Шапиев, 30-летний житель Махачкалы Курбан Умалатов и 34-летний житель Буйнакска Абусупьян Абдулаев. Напомню, 23 февраля в Кизляре возле одного из домов по улице Октябрьская предположительно двое неизвестных из травматического оружия произвели выстрелы в двоих жителей Кизлярского района 36 и 42 лет и скрылись с места происшествия на двух автомашинах ВАЗ-2114. В результате произошедшего пострадавший с огнестрельным ранением бедра и травматическим ранением головы и других частей тела госпитализированы в Центральную городскую больницу Кизляра. Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам 8 964 002 86 77 или в дежурную часть отдела полиции города Кизляра 99 48 15.